Вот, а пока собирают девочки очередные заказы, расскажу, что такое листовые черенки. Все об этом спрашивают, как они выглядят. Вот так вот выглядят листовые черенки. Вот они, листовые череночки. Причем те, которые недавно начеренкованы, они вот еще без корней. Те, которые там лежат чуть подольше, они вот уже и корни есть, и вот такие вот даже розеточки. Это дромискусы, вот эхивирия Деренберга. Вот тоже вот они вот такие. Это у нас что, эхивирия кубик фроста. Это Адромискус клавифолиус. Это у нас очитки. Это у нас тоже эхивирия голубой принц. Тут пахифитум компактный. То есть вот так вот выглядят листовые черенки. Как видите, они там уже некоторые прямо вот с такими вот уже розетками. Вот. Это листовые черенки, а просто черенки, они выглядят вот так вот. Вот, кстати, вот листовые многие уже проросли. И черенок вот Каланхоя Венди. Вот. Но тоже, хоть и написано, что черенок, но уже он почти все укоренились. Или вот там черенок Рассел, но она уже вся в росте. Вот тоже черенок. Вот видите, вот этот еще без корней, а вот там какие-то тоже без корней, а какие-то уже с корнями. Так что если у вас еще остались вопросы, то пишите, спрашивайте, и вот будем вам отвечать и отправлять по ссылочке.